Каким образом нужно дисциплинировать пешеходов? Штрафы увеличить. Научить их правильно переходить дорогу. Как автомобилист заявляет, что они идут нагло прут через дорогу. И порой просто не успеваешь тормозить, я уже 2 штрафа получил. В целом я считаю, что все активное население достаточно правильно к этому и разумно относится. Большие штрафы. Не нарушаешь, не платишь. Нарушил, платишь там $500, например. Сразу будет порядок. Какие-то новые, а не стандартные решения, чтобы они реагировали, привлечь их внимание, потому как они к традиционному привыкли. Показывай самим пример. Вот и вся дисциплинация, говорится. Самому не нарушать, так же будет и пешеходы смотреть на тебя. И надо сами, чтобы пешеходы трошечки соображали. По-моему, все нормально. Ну, скорее всего, штрафы. Так, а по-другому как? Они как? Так, а мы люди устроены так, что мы будем и нарушать. Строго наказывать. Финансово. С помощью законодательства. Ну, штрафануть пару раз и все встать на место. Наверное, надо, чтобы были везде светофоры. Будет дисциплина хорошая, если будет хорошее наказание. У нас люди очень разбалованные насчет этого дела.